Меня зовут Евгения, и я рада приветствовать всех на канале Happy Женя. Для тех, кто меня не знает, мне 55 лет, да, всего лишь 55 лет, и я сторонник здорового образа жизни и естественного омоложения, без уколов, без филлеров и без диет. Сегодня мы с вами займемся руками, проблемной вот этой частью. Вот эта внутренняя часть, которая очень-очень-очень проблемна. Вы мне задаете вопросы: Евгения, как подтянуть, как укрепить? На моем канале есть много упражнений, но сегодня я вам покажу уникальное упражнение, эффект которого вы сразу почувствуете буквально через пару минут. Долго говорить не будем. Для этого вам нужно одеть носочки. Вот я буду делать это упражнение на полу. Пол здесь у меня линолеум. Подойдет и для тех, у кого плитка. Главное, чтобы поверхность была не шершавая, чтобы хорошо скользили. Ну, не буду выдавать всех секретов. Так, одели носочки, а сейчас поехали в бой. Ну что, начинаем наше упражнение. Сели на пол, одели обязательно эти носочки. Вот у меня такие тоненькие. Так, с ровной спинкой ручки завели. И ножки выпрямляем, коленки, и делаем вот сюда, как бы, видите, я вовнутрь залила таз, и вперед. Вот как бы такую качельку делаем сюда, и вперед. Так, при этом вы обязательно должны чувствовать вот внутреннее. Если у вас вдруг внутреннее вы не чувствуете, значит, заведите руки немножко дальше. Вот смотрите, вот это движение, я раздвинула плечи, поставила ручки, и делаю качельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки горят уже. Девять, десять. Так, сейчас кульминация. На весу, попа на весу, считаем 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Фух, сейчас можно прыгнуть. Руки горят очень-очень сильно. Делаем этот комплекс 3 подхода. Я вам показала один, ну и не буду еще 2, чтобы сэкономить ваше время. Но я уже чувствую здесь руки капитально. Если вы сделаете 3 подхода, то у вас вот это внутреннее будет очень сильно гореть. Поэтому так, девочки и мальчики, делаем этот комплекс. Укрепить внутреннюю поверхность наших рук, подкачать наши ручки, подтянуть. Делаем 2, не один, а 2 раза в день. Утром и вечером. Между прочим, заметьте, я потратила на этот комплекс всего 2 минуты. Но я думаю, что 2 минуты для нашей красоты, для наших красивых рук мы можем себе выделить. Была рада, если вам эти упражнения понравятся. Напишите, пожалуйста, как вам такие комплексы. Заходят, не заходят. Что вам еще я вам могу предложить, потому что очень много вопросов, я все записываю, у меня есть специальный блокнотик с вашими пожеланиями, и на те пожелания, которые вы больше всего хотите, чтобы я составила комплекс, я над ними работаю, и вскоре будут видео на эти темы. Всех люблю, целую, обнимаю, желаю мира, добра, хорошего настроения и вообще позитива в душе. Ваша Женя, пока!